Должен был рискнуть. Что-то меня где-то высадило. Я не совсем понял, где. Ну ладно, пофиг. Да, блин. Что такое? И что, мне здесь не пройти, что ли, хотите сказать? Что? А, вот. Так, да. Повторение мать учения, короче, да? Тихо. Ага. Так, у этого калаша 45 патронов. А у этого что? Понятно. Почему зажигалка обратно не появляется? После того, как действие было выполнено с открыванием дверей. Артём, братишка, ты это сделал! Залезай сюда, передохни. Сейчас повторю все действия, которые не записались. Ну, поехали, чё, да? Братишка. Ты кто такой вообще? Скоро мы будем в полисе. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное. Страшное. Что еще страшного там может быть? Чем еще напугаете меня? Ужас. Что за фигня? Что? Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо своих. Чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Что? Беги, Артём, что беги! Он делает? Что? Страшная вещь, да? Нет. Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Красивый клен. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь... Судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию.
мотор! Не двигаться! Назовитесь! Ми фашистен, приехать захватить ваш станцию. А ми красный. Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Красно-синий, зеленый. Он твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Зеленоглазые. Мышь опять куда-то привезли. Базар-вокзал какой-то. Да, я тут похожу, стой. Стой, говорю, у меня башмаки износились. Ладно, пошли. Пошли. Доктор, мне плохо. Вылечите меня. Добро пожаловать в полис, капитан Красно. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Да. Откуда именно? Из Москвы. Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что я не прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Где? Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артём, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Здорово. Патронов не надо? Надо. Могу предложить. Не надо, еще спрашивает. Не, это кончилось. Я в туалет хочу. Раньше надо было, а пока подождешь. Поссать и родить нельзя, погодить. Никогда. Где тут кнопка-то? Вот это что ли? Нет. Ну а потом я просто ждал их на черной. Кстати, фашисты все-таки захватили. Явно подползают все ближе. Так, продать. А, ну, а я на что жму? Я и жму на как раз. Где он? Товарищ полковник, докладываю. Вольно. Кто он? Так, стоп. Что у меня вот это вот... Говна маловато. Это полезная штука. Помогает от всего. Так вот куплю. Тебе спасибо. Артём, я Мельник. Пули. Рассказывай. Меняем пули. Налетай, разбирай. Чё тебе рассказывать? Это что такое? Бери, их совсем немного осталось. Велопал. При помощи молотка какой-то матери. Неожиданно эффективен в ближнем бою. Калаш. Ага. Для тебя берег. Пользоваться просто. А чё, сколько берёшь стоит? И стреляешь. 82 патрона всего. Слушайте, не надо пожалеешь взять. Только не вместо этого, а вместо вот этого, наверное, да? Бери, их совсем немного осталось. 70 патронов. Давай. Отличный курс. Давай его протюнингуем сразу. Оптика, так. Вот я только не знаю, что поставить-то. ПНВ, в принципе, нормально. Ну ладно, давай ПНВ поставим. Итак, где-то что такое? Это глушитель. Это что?
Лазерный прицел нахер. Глушитель. Нахер. Так, а вот сюда надо поставить. Нет, стоп. Тюнинг. Тесных тоннелях. Да, коллиматор поставим, пофиг. И все, что ли, больше нет ничего у тебя? Сюда. А где дробовики нормальные? Спецпредложение. Лучшие пушки от лучших мастеров. Что такое? Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Сигарета. Куришь, сука, на посту? Надо было. За тебя! Вот оно тебе надо. Нехрен делать чисто. Сюда шли? Вечно ты так. Хорош домогаться. О! Доктор. Сюда нельзя. Зона особой опасности. Как нельзя? Мне плохо, доктор. У меня ломка, доктор. Дайте ширнуться, чё, доктор, ну, доктор, плати-то. Короче, меня набухались и решили добавить. Тю, так это разве набухались? Да тоже мне добавить, это же завсегда. И вообще, чё у меня? Чем там чё, мешал? Да ну, потерялся я, чё, чем обязан? Двинули добавить. Что? А тут, куда типа, ты-то? Опа, что тебе от меня и надо? И уже в туннеле. Это мляка. Типа я знаю. Сейчас мне на руку наступили на выходе из кабака. И тут опа! Туннель! Темнотища, блядь! Ничего! Ну чё, типа, смотрим? Пипец, ребята, вы чё, блядь? Куда идти-то? Ёб твою мать, кто блядь, они? Очнулся твою. Не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Д-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Как пройти в библиотеку? Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку, я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Ну и пошли. К ядреням. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх. В город. Искать секретный командный пункт. Судьба у тебя такая.
Господи, надень противогаз, да он. Это, конечно, прикольная система вот с этим зарядником, но, блядь, заебывает, честно говоря. Чуть-чуть. Что такое? Господи. Так, что-нибудь еще есть тут? Нет. Блин, а что? Меня напрягает то, что мне ствол не дают получше вот этого. А почему не дают? Я даже не знаю. Опять это чмо крылатое летает. Сеньор, сеньор, мне вообще куда идти-то? А, ну да, вроде бы да. Ладно, сейчас здесь похожу, посмотрю, что есть. Я как-то не особо горю желанием туда спрыгивать, честно говоря. А потому и не буду, хотя... Может быть, в этом и есть смысл. Людей ешь, сука. Иди пауков он ешь лучше. Кто стрелял? Не-не-не-не-не. Меня тут нету. Я только тень. Сеньор, сеньор. Ай! Твою мать! Калаш, да? Калаш, понятно. Калаш мне не особо нужен. Блин, мне надо кнопку переназначить на братирку. Смотри, какой жирный. На братирку противогаза. Так, управление, инвентарь, зажигалка, противогаз. Ну,
рука, если так сделаю. Вы бы еще, блядь, ввели сапоги почистить. Вот было бы еще бы на одну кнопку пришлось сжать, ептать. А то мало мне трех. Пошла к чертовой матери. Где он вообще? Да. О, как же вы меня бесите. Вот что в натуре, суки. Блять, еще и какую-то жижу бросил. Суки. Правильно я тут бурбон их назвал суками. Так, а мне вообще-то вот сюда. Не нахер идите. Так, ладно, вроде бы где-то здесь вход был. Заперто? Ключик где? Блин! Блин, да вы не оборзели твою дивизию. Так, эти патроны нельзя тратить. Как войти-то туда? Перезаряжаясь, что ли? Блин, может на туре я зря тут мозг парил. Охренеть их тут, ёптать. Помогай, чё? В круг я уж всех завалил, ёптать, в круг. Держать круг! Блин, я сейчас всю картечь потрачу, чем воевать буду.
Как ты мою гранату перепрыгнул, орел гордый. Наконец-то. Вот ты где. А мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно, хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. Пушки. Дайте мне ключик вот от этой херни, блядь. Я заберу оттуда что-нибудь и пойдем. У тебя нет ключика? Морозить себе пушки как-то. Нормально. За мной, ребята. Да подожди ты за мной. Может, ключ где есть? Да. Тут... Если не знаешь, где искать, то... Можно полдня пробегать. Ладно. Срать на срать. Пошли. Но это, блин, локация сложная, я помню. Стой на стороне. Мы с Артемом пойдем проверим зал. Тут, блин, 38 картечами не обойтись точно, блядь. Я даже не знаю, как ее проходить буду. Кого открыть? Как надо ни у кого нет-то? Зачем это? Да зажрать мой. За нами той. Тут можно снять эту хрень? Да, тут еще вот эти вот дряни. Это что такое было? Почему она так закрылась вдруг? Неожиданно. От какой-то хрени. Сеньор. А, вот, наверное, вот сюда надо. Что за хрень? Пофиг.
Что? Как открыть-то? Не ясно. А, все. Не понял. А обратно никак. Подождите, может я что не знаю? Прыгаешь, что ли ты, твою мать? Чё, залезть не можешь, блядь, вояка сраная. Нет, не может. А, вот же как. Я ж стрелял, блядь. Ворота откройте мне, вояки. Дядьки, ворота откройте, алло. Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути мы тебя заберем. Да на каком обратном пути? Охерели, что ли? Шутники. Молодцы, конечно, ребят. Еще чуть-чуть, и они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Да уж. Я, конечно, не Артём, но ладно. Спасибо за комплимент. Типа. Так, чё, сюда, не сюда, нет, не сюда. Противогазе ты об этом не узнаешь. Вас ратушки перепрятушки. Артём, а? Проверь кабинет слева. Возможно, сумеешь открыть двери с другой стороны. У тебя неплохо получается. Кабинеты слева. Так, так. Нейроны и синапсы. Спина мозговая. Ух ты! А и Б. Стругацкий. Дай почитать. Пикник на обочине. Что-то знакомое вроде. Кабинеты слева проверь. С какого лева? Где у нас лево? Лево у нас где-то здесь. Правильно? Или не здесь? Ну как туда пройти? Почему он не открывает двери? Ага. Ясно. Сеньор, сеньор. Так, что это за отстой? Хрен поймешь, ладно. Проверь кабинеты слева. Проверь кабинеты справа. Сюда что ли? Так, тихо.
Ага. Окей. Давай так аккуратненько. Пройдемся тут, что тут дадут. Хорошо. Так. Чё, куда я пришел? Зачем? Почему? Почему, откуда, как? Я работаю вышибалой в библиотеке. Так, это что, откроется? Нет? Нет. Мужики, дверь закрыта. Ломай ее. Выламывай к ядреням. А, стену продолбали, а дверь... Дверь-то, наверное, попроще было сломать, нет? Сеньор, сеньор. Тут тоже закрыто, что я не могу сказать. Закрыто везде все. Возвращаемся назад. Миссия закончена, все. Миссия impossible. Блять. Опять загадки. Сраные. Фильтры кончаются. Как... Ну что надо сделать? Стрелять? Нет. Нет. Так, что это? У тебя ключика нет, парень? Может, ты библиотекарь как раз? Нет. Потайная кнопка. Давай. Чинг. Нажалась. Нет, не нажалась. Во, вот это, наверное, библиотекарь. Тоже нет. Какая досада. Чё? Дарвин. Дарвин написано как-то жопой наоборот. Ну, куда идти-то? Ну, чё? Не ясно ничего. Я, кажется, начинаю вспоминать. Тут есть вот такая дрянь. Вот так и сделать. Мужики, отлично. Я дверь открыл. Данила, пошли. Я туда не пойду, там кто-то рычит. Давай ты первый пойдешь. Ты смелее меня. Намного. У тебя он каска лучше. Ты вообще спартанец, давай. Иди вперед. Я тут постою. Я тебя прикрою. У меня гипердробовик. Давай, иди. Да там закрыто, чего? Это закончится когда-нибудь или нет? Не, как это? Как ты ее открыл? Почему я так не могу? Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Да и сейчас неплохо выглядит. Библиотека. Где? Артем, слушай внимательно. Библиотекари – одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Да? Обернешься к ним спиной, тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Да? Данила, сзади! А я как раз книжки не сдал. Сюда идите, дебилы. Чё, Данилу прихлопнули? Живой, братан? На аптечку.
Он все еще жив. Артем, я должен отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Давай, спасай, пацана. Так, ладно. Следующую серию.